саженцы гортензии, метельчатый Angel's Blush, хидранжа паниколата, прекрасно приживаются на слегка притененных участках с влажной кислой почвой. Соцветия напоминают метелки, в которые собраны мелкие цветки, в начале цветения они белые, а ближе к осени меняют цвет на темно-розовый и даже красный. Гортензия метельчатая Angel Blush формируется в высокие двухметровые кустарники. Для улучшенного цветения и оккультуривания растения рекомендована обрезка каждый год. Кустарник прекрасно смотрится в палисадниках, в групповых посадках с культурами кустарникового типа. Несмотря на морозоустойчивость, в сильные морозы может произойти подмерзание молодых побегов. Гортензия метельчатая Angel's Blush – это многолетнее растение. Гортензия прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. По типу ствола гортензия метельчатая Angel's Blush можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Расцветает гортензия метельчатая Angel's Blush в месяц июль, август, сентябрь, октябрь. Цветок окрашен в белый цвет. Лист этого прекрасного растения по форме эллиптический. Обратите внимание, что гортензия метельчатая Angel's Blush – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.